Всем привет, дорогие друзья! Представляю вашему вниманию небольшую пародию на Resident Evil от наших китайских друзей с небольшим фан-сервисом. Вроде прикольно, попалась она мне в ютубчике. Она доступна в Steam, у нее как бы идет бета-тест. В Steam можно попросить доступ и может поиграть каждый. Поэтому, если кому интересно, залетайте. Но ищите ее по китайскому названию, которое будет у меня, в принципе, в названии видео. Так ее найти проще, потому что по названию Killing Antidote ее найти, ну, мне не попадалось, не получалось, вот. А так игра, в принципе, Killing Antidote. Вот, поехали посмотрим, что здесь есть. Мне в нее пришлось чуть-чуть поиграть, потому что она была на китайском. Я хотел посмотреть, как она вообще играбельна или нет. Но потом методом тыка нашел все-таки, где поменять язык, и переключил на английский. Так, Judy's Office. Ну, давайте сначала и начнем. Сейчас посмотрим чуть-чуть на стори, что здесь оно есть. Здесь, кажется, только один уровень, первый. Вот, и потом еще посмотрим на всякие режимы. Одежда здесь добывается быстрее в режимах. Там она ищется, она идет как рогалик. И, в принципе, вам дается там при левел-апе выбор. Там улучшить оружие, улучшить там еще что-то или взять шмотку. Поэтому вам приходится выбирать. Или переодеть, или усилить себя. Ух ты, блин. Не-не-не-не-не-не-не. Надо переодеться. Нормально. Это чуть-чуть было не в том, чем надо. Вот так лучше. Мы в зомби-апокалипсис играем. Хотя начнем, потом если что переоденемся. Да, начнем по-человечески. Будет нас грызть, будет одежда пропадать. Так будет интереснее. Так, ну погнали. Хардкор, та на нормале. Мы же ознакомливаемся. Куда она лезет? Из офиса сразу в канализацию. Не, ну графони приятный, на самом деле. Это практически чистая пародия на Resident Evil. Какая модная камера. Она типа журналист, наверное, пробралась куда-то. Расследуют. Она надеется найти что-нибудь. Что это за звук? Что это было? Не успел прочитать челленджи, ладно. Так, компьютеры. К чему-то можно подойти? Да. Есть просто сообщение. Окей. Тут не пройти. А, так мы отсюда пришли, так понял, да. Еще. А, это и есть тот компьютер. Так, подожди, тут же можно обыскивать еще. Что у нас? Пустите меня к ящику, алло. Диктофон, я аптечку вижу. И аптечка мне. Фонарики есть на F, да? Да. Нормально, хоть управление. Погнали искать приключения на попу. Не знаю, что она сюда полезла, если тут творится такая хрень? Или она творится пока только в этом здании? Так, тут нужен ключ. Да, у нас ключа нету. Окей, погнали. Тут не пройти. Можно перелезть. Окей. Тинь-тинь.
Топ-топ. Ты не встанешь? Алло, у меня оружия нету. Какие зомби нахрен? Закрой дверь. Так, есть ножичек. Хотя бы так. Это ты чё? На тебя, блин. Топорик. Угу. Ну, пока с ножиком походим. Тут тоже нужен ключ. Окей. Куда мне идти? Ползуны, как лизуны. На тебе, блин, долбанный зомби, извращенцы. Давай так. Нас ранили, будем честны. А, ой, атака, нормально. Зомби у нас будут всякими извращенцами. Так, и что здесь? А, це присесть, окей. Открыто? Нет. Пошли дальше. Тоже закрыто, да ё-моё. Зомбарь, зомбарь. Можно красться? А, бегает. Я научен в Dark Souls, блин, всегда заглядывать за углы. Эй, ты. Ты охренел? Верни нож. Какие настырчивые зомби, блин, а? На. Так, здесь еще дэш где-то был. Да, вот сильно, да, аптечка. С хп у нас пока нормально. А, на контрол. Блин, как неудобно. Так, надо всех проверить. Никто не встанет. Лежать, блин, дядя зомби. Зомби-извращенцы. Подожди, а что она у меня это? Раздутая. Во, даже повыше стало. Ботинками как-то поприятнее это делать. Я же в ботинках был. 5, 6, 7, 8. Давай попробуем. 5, 6, 7, 8. Ты гляди. Подошло. Опа. Опа, шо у нас? Так, блин, неудобно. Хорошо, потом не повторят еще раз. Так, тут завалено, возвращаться назад надо. Я же вас это, того, топал. Ты не должен был встать. Мерзкое отродье. Или они тут реально просто бессмертные? Будем экономить, попа. Еще одна какая-то записка. А, это коллекционочки собирать для ачивочки. Долбаные извращенцы. Зомби-извращенцы, блин. Вообще охренели. Так, что у нас здесь? Ящик. Пустой.
Ящик пустой, блин. Ну как так? Могли бы хоть что-то дать. Так, ключ-карту нашли. Нож. У нас есть нож. Еще один коллектабл. Так, нож перезаряженный, все, окей. Тут точно ничего нету? Серьезно, блин, такой ящик, могли бы что-то спрятать. Так, у нас по две двери с проходом, с ключом. Так, а тут ящика нету. Ящики тут уже все стащили. Только я не помню, где вторая дверь была. Одна здесь. Точнее, одна в начале почти. С ключом. Да-да, я тоже такого мнения. Угу. В самом начале, вот оно. Что у нас здесь? Там не двери, давай я знаю. Так, лучше ствол взять. О, аптечку, надо аптечку. Рюкзак. О, новые кроссики. У меня ботинки. А, она их сразу одела. Ну, блин, такое себе. Мне ботинки больше нравятся. В смысле? 4-3. И как? Всегда 4-3 выпадают. 34 00 00 34 00 43 43 00. Пусто один. И по какой логике это работает? Может, еще надо какие-то 4 кубика? Что он пикает, блин? Ну окей, ладно, хрен с ними. Погнали дальше. Не будем тратить время на это. Так, нам сюда. Где вторая дверь была? Туда лизун пополз вроде, да? Тут налево вроде. Нет, не тут. Да блин, что, я заблудился, алло. Так, там тоже тупик. Или нет? Ну да, там завалено. Где-то я свернул не туда. А туда мы можем залезть? Видать, нет. А. Вот какой, блин, а? Какой прыгучий, ты гляди. А патронов не густо дают.
Да-да-да, я тоже такое мнение. На тебя, твари. На тебя. Так, туда. А, ну туда пропрыгивать надо, окей. Еще один. Еще один извращенец. Ух ты, блин. Какой резвый парень. Так, окей, что здесь есть? Раз дверь, два дверь. Эта дверь неактивна. Это заперто. Ну окей. Заперто так заперто. Тут закрыто тоже. Короче, наверх надо. Хорошо, полезли. Прыг-прыг. Так, мне, наверное, лучше пистоль. Пешками у нас все нормально. Зайди. Это дверь. Тоже заперта. Не, ну кстати, по антуражу довольно-таки, ну не по антуражу, а так по ощущениям. Довольно-таки прикольно побродить, зомби пострелять. Сказал Кайса, как Шайза. Опа. Давай, размажи ему головешку, хрусь. Больше никто нигде не вылез. Откуда они вообще вылезли? Слева, да? Да. Аудиозапись. Опа, хаешечка, нифига себе. Если дают хаешку, значит она сейчас пригодится. Где-то. Так, вы точно не станете? Лучше перестраховаться. Ты работаешь? Нет. Опа. Такой звук, как будто где-то кто-то летает, блин. Стой. А тут пистолет надо. Да чё ж она меняет второе оружие? Это ты тварь! Домогатель чертов. Мой нож. Заберем обратно. Туфельки. О, какие сапожки. Она пониже сразу стала. Не видно сапожек. Ну ладно. Тут что-то есть, ничего. Найди пароль, блин. А где он тут может быть? А, бейсболы. Ничего нету. Угу, мы открыли эту дверь. Чего вы стоите до сих пор, алё? Лежать.
Блин, у меня патронов нету. На, сзади его. Лежать. А тебе опять обувь. Куда они вообще взялись, блин? Так, я ж могу теоретически туда просто спрыгнуть. Заперто. Все еще заперто. Это тоже все еще заперто. Да. Ты работаешь? Нет. Ого, у нее дальность удара. Все, хрусь. Если хрусь, значит все. Закрыто. Так, ну тут больше... Ай! Вставай, прости. Ты открылась? Нет. А ты вообще не активна была, да? Окей, пойдемте дальше. Так, чую, сейчас будет жопа. Ты что творишь? Дура. Опа. Спасибо. Где хрусь? Вот хрусь. Какой смачный, кстати, звук этого хрусь. Иди, иди сюда. Давай, давай, давай. Раза 4-5 надо так ударить до хруся. Так, а мы подкрасться к нему сможем? Больше никого нету. Смогли. Последний момент, но все-таки смогли. Хрусь есть. Ты откуда вылез, блин? Стал какой-то. Воскрес. Окей. Что у нас тут есть интересного? Ага, куда-то. Хаешечка еще. На, запомни, что она хаешку сразу бросает, блин. И закрыто, да? Да. А что у нас тут хорошего есть? Много чего, блин. Пустите меня туда. Алло, дядечки. О, кого-то уже съели. Так, а у меня... Не могу это просто... Ага, это останавливает примерно, наверное, пол хп. Так, пипец, вы живучий, алло. Отстаньте от меня. Куда ты бросила, дура? Будем проламываться, найти на пролом. Назад, слэш, слэш. Еще слэш, убегаем. Еще ты откуда тут? Успеешь? Дэшься, дэшься. Да вперед дэшься, куда ты в толпу дэшься? Спасибо.
Писец. А чё они такие живучие, блин? А чё патроны хотя бы дал? Ну что за... И перезарядиться даже нечем. Тут он так сильно рычит. Откройте там видео Хиоку. Блин, 7 патронов, ну писец. Долбаные зомби. Еще дальше лестница. Ключ-карта нужна. Хрень ползает. Еще один. У меня пипец, у меня все патроны сожрете. Дай патроны. Этот не дал. Вы с ума сошли? Все, патронов нету. На, прирубал одного и второго. Еще этот остался, дядечка. И этого давай. Да-да, я такого же мнения. А патроны мне никто не хочет. Опа, один исчез. А че он исчез? Голожопый, дайте патроны, блин. Я ж первый ударил. Маленькую хилочку. Да-да, закрыто. Тут. Это проход куда-то, да? Вниз. Окей, мы еще там не все исследовали. Лифт работает? Нет. Так, в кепочке это кто-то новенький пришел. Только откуда они приперлись? Сверху, наверное, да? Подойдет? Нет, не подойдет. А, тут завалено. Ну, блин, значит, только туда, больше некуда. Думаю, потом смогу вернуться. Так, там подо мной нету никого. Наученные. Ага, еще лазельчик. Минус один. Минус второй. Патроны дай, блин. Патроны мне. Открыто. Пишут. А, так это я вернулся назад. Да. Дверь открывается снаружи. Хорошо, значит, назад мы сможем вернуться. Окей. Здорово. Отдай кепку. Твоя шапка принадлежит теперь мне. Сможем к нему подобраться? Нет, не смогли. Ну, и так сойдет. А не, в принципе, типа смогли, окей.
Давай, хрусь. Хрусь. Там дальше можно спрыгнуть. Закрытый шорткат. Окей. Погнали дальше. Канализация. Что там? Ручка чья-то висит. Тут никого. Здорово. Пятый хрусь. Пипец долго. Это мы где вообще? А что это у него на лбу? Кристаллик. Зомби Брейн Смешер. А что такое зомби Брейн Смешер? А где описание? Спасибо. Пистолет пустой, да. Жесть. Так, ну мы куда-то опять вниз топаем, блин. Я думал, мы куда-то на крышу, может, там вертолет нас спасет, но нет. Окей. Тут закрыто. Неудивительно. Ныряй. Тишина такая. Здорово, уроды. Ай! А, я могу биться. Только сильно атаку не могу наносить. Да хватит меня лупить. Хорошо, тут не сильные, блин, уроды. Блин, пол хп-хи сняли. Этих тоже нету. Алло, лежать, блин. Лежать вам. Какой живучий. Где еще один? Застрял, блин. Помню, что их трое было, блин. Извращенцы. Так, надо одну захавать. С выбора нету. Так, ну сильно атаку тут здесь произнести, произвести не получается. Окей. Здорово! Нашел кого пугать, блин. Не в такое играли, блин. Патроны, наконец-то. Правда, как они тут оказались, интересно. Перезарядиться надо. И тебе привет. Ему мажет ручкой. Так, где мы выползли? Что это? Position маркер. Давай попробуем. И что он дает? Типа его буду всегда видеть даже через стены. Так, ну это газ. Может быть, можно будет его взорвать. Ага, это мы назад вернулись, ё-моё. Еще одна аудиозапись. Еще одна газ. Я даже не проверял, взрываются они или нет. Давай сейчас и проверим как раз. Взрывается.
А тебе похрен, да? Пипец, Дэш забирает этот силу, стамину. Давай, давай. А меня тоже коцало нехило. Последняя хила. Алё! Ты чё, блин? Ты откуда взялся тут? Там шприц лежит, я вижу. Там еще кто-то топает. Хрусь. Ну я отсюда пришел, а ты откуда тут взялся, блин? Чтобы уже не вставали, надо их добивать. То потом это... Это может стать проблемой. Хруська давай, хрусь. Эй ты, блин. Так как же много хп у него, это жесть. Да ты чё сюда повернутый? Да-да, вот урод, блин. Закрыто, закрыто. Тварь. Раздави его. Давайте хоть побыстрее. Так, тут тоже такая штука нужна. Где ее достать, блин? Копы. Продажные крысы, блин. Закрыто. Я увидел твою тень. Тут он так ржет. Никого. Тут тоже. Это не открывается. Мужской. Да уже можно, заходи уже, зомби-апокалипсис. Куда хочу, туда иду. О, патроны. А чё, у мужчин 3 толчка, а у женщины 2. Выходи давай. Так, ну такой у нас есть. Закрыто. Открыто. Ага, это мы отсюда вышли. Хорошо. Топорик у нас есть. Фу, хилочка, отлично. Закрыто. Пароль мы не знаем. Да я даже, кстати, нигде не видел. О, какая картина. Опа, новый ствол. А он помощнее будет. Патроны у него есть, 6 штук. Там что-то. Насквозь. И что мы сделали? Закрыто. А. Беги!
Туда беги. Как вас много, алло. Теперь ножик, блин. Пипец, вальнули. Я не ожидал, что их так много будет, блин. Со всех сторон напали. Это было слишком нечестно. Так, ладно, где у нас начнется игра? Автосейв, ну да. Серьезно, с самого начала почти? Да ну не. Это надо задротить. Окей, а что здесь по режимам есть? Да, в main меню. Challenge мод. На выживание, да, наверное? Давай глянем, что вот это. Normal start, да. Так, я тут раз чуть-чуть... О, у меня рюкзак сразу есть. Когда-то немного поиграл. Возьмем нож. Пистолет, патроны. Тут где-то еще есть автомат. Вот он, да? Да. Что это? Что это такое? А, это мина. Себе больше навредил. Хилок нету, окей. О, потом увеличить боезапас, патроны или платечка. Давай платечка, фигли. Поешку. О, мы сразу переоделись. Да-да. Один уровень пройден. А тут, ну, опыт набирает. Ну, обычно рогалик на выживание получается. Где кто еще? Бегуны. Так, давай мы сюда кинем мину. Отстань! Я разбился. Давай еще раз пробуем в каком-нибудь другом месте. Main меню. Challenge мод. Давай тут. Старт. Блин, игра быстро, кстати, загружается. Довольно-таки прикольно. Не автомат. Хилки. Давай револьвер. Отлично. Мины. Я сам себе быстрее наврежу ими. Вот хаешечки можно. Нет, и револьвер. Окей. Все. Это битва с боссом, типа. Подожди. Нет. Options. М-м.
Gamepad Case General. Где-то здесь настройки о том, что зомби будут в одежде обязаны. New mod. Потому что если, значит, будет без одежды, это не очень хорошо скажется на видео. Ну, кровь красная. Naked zombie allowed. Вот оно. И она включена или не включена, фиг пойми. Ладно, мы выйдем-то с этого режима. Если захотите, можете скачать игру, поиграть сами. Вот. Попробуем другой челлендж мод. Первый. Такое платьишко с подкурткой. Мы выбираем против кого. Так, мне платьишко не нравится. Как бегали, так и были. Так, сразу схватим нож. Пистолет. Ну, тут просто выживалка, да, тоже бегалка. А там мини-босс. Пистолет. Урон пистолета увеличить. А здесь оружия не так уж и много всякого. Скорость бега. Точнее, выносливость, я понял. Вот это мне дайте. Давай хае как-то. Под ноги. Беги! Это что за шарик? Опа, с них валятся, понимаете? А, блин, это... Хвостик кроличий. Так, с хп у меня все нормально. Бегунок. Ты куда побежал? Я тут. Так, тут будет попроще с этим. Опа, шмотка, футболка. Это можно будет все потом попримерять. Давай футболку эту наденем. Так, говорю, футболку одень. Подожди, новая футболка же есть. Ее взять типа с собой, да? Он пойдет. У нас какие-то синенькие кристальчики во лбу. Дробовик. Лежать, блин. Блин, нафиг нам эта футболка. Без нее в курточке получше. Так, а где, чем еще можем подсобирать? ХПшки увеличить. Ну. Она долго взрывается. Скорость бега. Да.
мины, блин, я сам на них быстрее наступлю, поэтому их лучше... Ими лучше не разбрасываться. Что у нас здесь? Обычные. Нож у меня есть. О, хилочки. Хилочки понадобятся. Ого, это с красным. Покрепче, типа. Опа, шортики. Это отстань. Тебя я забрал, да? Окей. Так, а то что, больше никаких нычек таких нету? Так, но это оружие. Не то, надо отбежать. Еще отбеги. Да блин. Надо ж хаешки куда-то тратить, блин. Да блин. Ну. Не сильно она помогает. Автомат улучшаем, конечно же. Патроны на автомат есть? Блин, не то под, не то оружие. Отстань! И ты отстань! Сейчас захаваю, блин. Чем мне не заряженный был? Ням-ням. ХПшки. Давай, юзай. Дэш, дэш. Та, ты шо, устала? А блин, я не забрал там нож с, головы, с той головы дурной. Вот он ходит с моим ножом, блин. Да отстаньте вы! Дайте перезарядиться. Все, меня захавали, да? Отбежать, похиляться. Давай, хиляйся, хиляйся. А слава богу, ничего нету. Только у этих. Дробовик. Убойную силу. А что там наверху? Как туда забраться? О, 7 минут 35 секунд. Пойдет. Congratulations. Спасибо. Ну, еще наварили. О, зайчьи ушки. Прикольно. Это для других есть видосов. Ну, может, еще другие челленджи посмотрим. Ну, прикольно. Неплохо. Так поиграть. Пострелять зомби. Довольно-таки мило и прикольно. Вот. А вам спасибо за просмотр.
Мы еще, думаю, посмотрим другие челленджи, тоже запишу. Может, не, ну стримить ее нету смысла. А так пару обзоров можно. Доступно в Steam. Кому понравилось, качайте себе, устанавливайте по китайскому названию. Вот. Подписывайтесь, ставьте лайки. Дальше больше. Всем спасибо. Baby, I snatch souls. It'd be murder, she wrote. 1, 2, 3, let's go.